В Германии мужчина попал под две электрички и выжил. Пострадавший лишился обеих рук и ноги. В Германии житель города Дахау остался жив после того, как его переехали две электрички неподалеку от Мюнхена. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. По информации издания, 23 декабря 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с железнодорожной платформы на пути. Машинисты двух поездов не заметили его. Через 40 минут после инцидента пострадавшего увидели двое пассажиров. Они вызвали скорую помощь. На момент прибытия врачей мужчина находился в сознании, хотя лишился обеих рук и ноги. Пострадавший находится в реанимации, однако, по словам врачей, его жизнь вне опасности. Как сообщал корреспондент Net, в ночь на 24 декабря в Турковском районе Львовской области электропоезд смертельно травмировал 16-летнего подростка. Наезд произошел после 3 часов ночи на железнодорожной станции Яблонька. Житель Винницкой области бросился под поезд после ссоры с сожительницей. По материалам сайта newsgra.com.